Компания Storytel и издательство Repol Classic представляют Класс Экман. Способные люди. Читает Нона Троиновская. Ее жизнь разрушилась в мгновение ока. Еще месяц назад самыми большими проблемами Анны были трудности ее сына и необходимость жить с надоевшим мужчиной. Сейчас она рассовывала части тел по мешкам для мусора. А после приняла душ и, увидев себя в зеркале в ванной, констатировала, что выглядела точно как обычно, словно ничего не произошло. Но от нее прежней ведь не осталось и следа. Или она только сейчас стала сама собой? Неужели случившееся обнажило ее подлинную сущность? Эта мысль была по-настоящему пугающей. Глава первая. Четверг, 26 сентября. Детский психолог периодически почесывал бороду, и перхоть падала на его темный свитер. Постепенно ее становилось все больше и больше, и, глядя на мужчину, Анна подумала о первом снеге. До зимы теперь оставалось не так уж много времени. Лето пролетело очень быстро, пусть и было гораздо скучнее, чем предыдущие. «Сикстон — очень впечатлительный ребенок», — сказал психолог с таким видом, словно только сейчас осознал это. Она увидела, как Магнус скривился. Ее муж никогда не стеснялся открыто демонстрировать свои эмоции, и это была одна из немногих черт характера, которая по-прежнему нравилась ей. «Очень впечатлительный ребенок», — продолжил психолог и, торопливо заглянув в свои записи, посмотрел по очереди на собеседников поверх заляпанных потными пальцами очков. Его голос, с явно выраженным акцентом, польский или немецкий, действовал усыпляющим. Он вряд ли был старше Анны, пожалуй, даже моложе, в любом случае, ему явно еще не перевалило за сорок. И что нам делать? Спросил Магнус и провел рукой по густым уже сидеющим волосам. Душевный комфорт, спокойствие! Пустился в объяснение психолог и Анна почувствовала, как у нее сдавило горло. Спокойствие и душевный комфорт невероятно важны именно сейчас, на стадии как обследования, так и лечения. Магнус вздохнул. Анна начала крутить обручальное кольцо, как всегда делала, когда нервничала. Порой это раздражало Магнуса, поскольку они поженились без помолвки, и ему казалось, что тем самым она в довольно агрессивной манере указывает ему на промах. Кольцо у нее было только одно. Но тут он ошибался. И, кстати, сегодня кольцо сидело свободнее, чем обычно. На мой взгляд, сейчас наиважнейшей задачей для вас является свести к минимуму любые причины нервозности, — продолжил психолог. Лучше всего сфокусироваться на создании как можно более спокойной обстановки вокруг Сикстона. Насколько я могу судить, это благотворно скажется на нем в будущем. Это сможет облегчить его дальнейшую жизнь. — Что вы имеете в виду, говоря о причинах? — спросила Анна. — Я имею в виду все, что вызывает беспокойство. То есть мы не должны переезжать, разводиться, вообще не должны делать глупостей. Уточнил Магнус таким тоном, словно мысль о подобных вещах казалась ему полностью абсурдной. Это означает как можно более стабильную обстановку в доме. Психолог кивнул. Именно. Как подсказывает мне опыт, излишняя активность, да и, пожалуй, контакты тоже, ни к чему хорошему такого мальчика, как Сикстон, не приведут. При нынешнем положении дел я предложил бы вам придерживаться одного и того же распорядка дня, чтобы избежать срывов, которые могут повлечь за собой любые неожиданные ситуации. По крайней мере, пока продолжается обследование. Я думаю, было бы замечательно, если бы при нашей следующей встрече вы смогли бы предоставить мне список возможных причин нервозности, а также рассказали бы о том, каким именно образом вы можете их нивелировать, сказал он. Список? Уточнила Анна. Да. Я думаю... Вам самим будет полезно посмотреть на вашу жизнь как бы со стороны и выбросить из нее то, в чем нет особой необходимости, и что, пожалуй, в первую очередь влияет на Сикстона. По моему мнению, именно покой сейчас для него важнее всего. Впрочем, покой не помешал бы и вам самим. Анна вздохнула. Ситуация складывалась не лучшим образом. Как думаете, такая задача вам по плечу? — спросил психолог, как показалось Анне сочувствующим тоном. Она взяла свой бумажный стаканчик. К счастью, на донышке осталось еще немного кофе. И на том спасибо. Сикстону было всего пять. Он начал вести себя все более и более странно после того, как одна из воспитательниц детского сада, куда он ходил, уволилась весной. Тревогу забили ее коллеги, когда заметили, что мальчик замкнулся, почти не отвечал на вопросы, а временами у него случались необъяснимые истерики. Он всегда не любил шум, но сейчас реагировал на него слишком уж бурно. К тому же стал с криками вцепляться в Анну или Магнуса, когда они уходили, оставляя его в группе. А еще он писался по ночам. Психолог поменял позу, и Анна увидела, что у него расстегнута молния на брюках. После этого она, правда без особого успеха, старалась зафиксировать свой взгляд на чем-нибудь ином, в то время как он рассказывал о душевном спокойствии, детском развитии и родительской поддержке, предлагал способы решения проблемы, уже известные ей из множества родительских форумов, а также от Магнуса, изучавшего все это на своих занятиях. Психолог сказал, что ему было приятно познакомиться с Сикстоном и что он с нетерпением ждет их следующей встречи. К сожалению, мы не сможем увидеться в октябре, поскольку я буду на курсах в другом городе. Но я вернусь в ноябре, поэтому, может, мы встретимся 7 числа. Закончил свою речь психолог. Анна и Магнус проверили свои ежедневники. Мне это вполне подходит. — кивнул Магнус. «У меня не запланировано ничего особенного на этот день». «А я могу взять отгул», — поддержала мужа Анна. Психолог записал их на указанное время и попрощался. «Этот мерзавец сказал познакомиться с Сикстоном», — буркнул Магнус, как только они сели в машину. «При чем здесь какое-то знакомство? Кто так вообще выражается?» «Я думаю, нам надо обратиться к кому-то другому», «По-твоему, результат от этого изменится?» — спросила Анна. «Нам ведь рекомендовали именно его». «Ты можешь, по крайней мере, посоветоваться с кем-то другим?» «В наших краях он считается лучшим. И к тому же ты сам в состоянии заняться этим вопросом, если считаешь, что сумеешь найти кого-то приличнее», — сказала она и услышала в ответ тяжелый вздох. «Магнус учился на психолога», и через десять дней ему предстояло сдать большую домашнюю работу и зачет. Поэтому он заранее давал понять, что все это время будет ужасно занят. Потом, естественно, все должно было измениться, как обычно. Тогда он станет помогать намного больше. Хотя Анна знала, что у мужа сразу же появится новое важное дело. А затем они поссорятся в очередной раз. И на все претензии Магнус лишь обреченно разведет руками. «Такова жизнь!» — скажет он. Так бывало уже не раз. Ведь жизнь постоянно подкидывала Магнусу какие-то сюрпризы. Другие, пожалуй, сказали бы, что дело в неумении планировать время. Но, по мнению самого Магнуса, он постоянно становился жертвой случайного стечения обстоятельств. Он пристегнул ремень безопасности с таким видом, словно это стоило ему немалых усилий. И тут он, пожалуй, не притворялся, хотя бы отчасти, Магнус стал полнеть после того, как начал учиться. Сейчас он выглядел как типичный сорокалетний папаша маленького ребенка, чего, похоже, сам не замечал, поскольку по-прежнему посмеивался над жалким внешним видом и физическим состоянием молодых родителей одного с ним возраста. Он любил повторять, что природа благоволит ему, поскольку он-то, в отличие от всяких там толстяков, не постарел за пять лет, как на пятнадцать. Анна выехала с парковки и отвезла мужа на станцию, где у платформы уже стоял пригородный поезд. Увидимся вечером, любимая, сказал Магнус и поцеловал ее в губы, прежде чем вылез из машины. Интересно, его губы всегда были вялыми или стали такими со временем? Подумала Анна. Увы, но эта мысль посетила ее только сейчас, когда уж больше не с чем было сравнивать. Она поехала к большому торговому центру и постаралась припарковаться как можно дальше от главного входа. Люди в их городе были невероятно ленивы и предпочитали развернуться и уехать, не разобравшись с делами, а не оставлять машину так далеко, как это сделала она. А потому Анна могла спокойно сидеть в машине, не опасаясь, что какой-нибудь знакомый подойдет и постучит по стеклу с нарочито удивленным выражением лица, как будто встреча у единственного крупного супермаркета в округе была поистине невероятным событием. Какое совпадение? Обычно восклицали в таком случае, словно жили в настоящем городе, а не в пригороде, больше похожем на деревню. Мир тесен, слышалось в ответ, как будто бы их муниципалитет не был самым маленьким в стране, и было истинным чудом столкнуться здесь с соседом. Многие, если, конечно, кто-то заводил разговор на подобную тему, рассуждали о жизни как обитатели самого настоящего мегаполиса. А ведь их городок был настолько мало непримечателен, что попал на первую полосу местной газеты только после того, как его упомянули в одном из вопросов какой-то малопопулярной телевизионной викторины. Что примечательно, ответа на него так никто и не дал. Анна уронила голову на руль и дала волю слезам. Почти сразу ей стало чуть ли не физически плохо, как будто она давно уже разучилась плакать, и теперь тело изо всех сил противилось охватившим ее чувствам. Анна плакала из-за Сикстона. Она очень любила сына и страстно желала, чтобы он мог быть таким же глупеньким малышом, как и его друзья из садика, все эти дети, у которых, казалось, в голове еще не было ни одной мысли — они беспечно, словно щенки, носились повсюду, размазывали кулачками по лицам зеленые сопли, то и дело, вытекающие из их крошечных носов. Почему именно Сикстон стал таким впечатлительным? Такие вещи всегда плохо заканчиваются для маленьких мальчиков. Разве он не мог расти более похожим на своего отца? Слезы почти сразу закончились, и Анна бросила взгляд в зеркальце заднего вида. Как обычно, в отражении ее ждал неприятный сюрприз. Себя она узнала с трудом. Морщинок явно прибавилось, а скорбные складки по углам рта уж точно ее не красили. Белки глаз покраснели, тушь потекла. Она достала бумажное полотенце из бардачка. Однако, стерев тушь, поняла, что стала выглядеть не сильно лучше. Тогда Анна попыталась придумать какое-то разумное оправдание своему внешнему виду, чтобы сразу же пресечь расспросы коллег. Однако и в этом деле особого успеха не достигла. Будь у них только Сири, они, наверное, горе не знали бы. Дочка была на два года старше Сикстона. Спокойная, сильная, уверенная в себе. Она ходила в школу, находившуюся рядом с детским садиком брата. Сейчас, когда малыша было так трудно оставить в саду, это было большим плюсом. Сири была как раз такой девочкой, какой Анна хотела бы видеть себя в детстве. Впереди их ждали трудные и скучные выходные. Анна знала, что теперь ей придется обманывать не только других, но и себя, поскольку в противном случае жизнь Сикстона могла стать еще хуже.